Привет, меня зовут Мариус. Меня зовут Айжан. Сегодня мы узнаем в Сыктывкаре, что сыктывкарцы думают о Карле Максе. Вы думаете, что это неинтересно? Мы тоже так думаем. Все так и надо узнать. Пойдемте. Heute hab ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht. Keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Brat, satter Strauß, kam mit Maiglöckchen ins Haus. Auf dem Kissen lagen sie so nett. А вы знаете, кто такой Карл Маркс? Я точно не могу сказать. Ну, примерно, не знаю, чем он занимался, он же все-таки, наверное... Академик был, по-моему. Академик? Да. Ага, академик, русский академик? Русский. Да, да. Ну, откуда он? Совсем не знаю. Я не знаю, я не люблю искусствознание. Но я помню, что нам рассказывали что-то такое про Карла Маркса, что-то там теории, что-то такое. Ну, это какой-то немецкий философ, я на слух знаю. Ну, это как бы... Я их считаю двигателями прогресса, можно сказать, технического и всякого разного, да? У него было много детей, по-моему, там, да? Вот он как раз был и писателем, и архитектором, и поэтом в одном лице. Всем-всем-всем! Да, конечно. Но в следующий раз мне надо резиновые сапоги и костюм. Это очень элегантно выглядит. Мне тоже не помешает. Вы предшественников революционеров, написал «Капитал». Вы читали? Нет, к сожалению, не читал, но немножко в школе изучали. Мои друзья с экономического говорят, что если ты читал «Капитал», то ты можешь сказать все об экономике. Но я считаю, что это слишком однобоко. Вождь в коммунизм. Просто я в детстве писала «Карл Маркс» через «Дефис». Не знала, что это имя и фамилия. Но теперь мы знаем, у нас есть улица. Много знают о Карле Марксе? Но много не хотят говорить об этом. Знают много, но... Не хотят, говорят. Будем ждать здесь. Будем? Да. Будем просто, знаешь, за ручки держаться вот так вот. Сегодня мы узнаем все о Карле Марксе. Что вы сможете нам рассказывать о него? Не, спешите. Ну, красивая шляпка. А что вы знаете о него? Социалист. Стоположник теории. Вы читали его теорию? Нет. Повезло. Господи, «Капитал» с Фридрихом Энгельсом вместе. Вы читали? Я не читала полностью, но мы воспитывались в то время, когда частично читали Карла Маркса. Я думаю, что мало кто помнит. Я думаю, что в нашем городе абсолютно ни к чему было называть такую улицу. Почему? Карла Маркса. Я считаю, что время-то уже прошло. Ну, Карл Маркс и Энгельс создали свою теорию государства. Вот, и это очень умные люди. И Маркс, насколько я знаю, он немецкий философ. Вот. А Энгельс – это его спонсор, который все его труды, получается, спонсировал. На основе их учений было построено СССР. О «Капитале» слышали? О «Капитале»? Да. Нет. Ну, вообще, она полезна будет, мне кажется, для бизнесменов, потому что капитал – это составляющая бизнеса, вот. Немецкий человек, что он сделает? Вождь при революции. А. Капитал, он написал. Он писатель? Вы читали? Нет. Ну, немного сегодня узнали у Карла Маркса. Было интересно. Хотя немногие захотели с нами разговаривать, но... Наверное, в следующий раз будет лучше.